Отчет Акима Южно-Казахстанской области о работе, проделанной в 2016 году, был содержательным и изобиловал диаграммами. Люди, собравшиеся на встречу с Акимом, пришли не только послушать, но и спросить Жансейита Туймбаева о наболевшем. Правда, ответы главы Южно-Казахстанской области не всегда отличались конкретикой. Об Акиме люди будут судить по делам. Так оставьте о себе хорошую память. В нашем районе 2 года обещают газ провести. Когда уже его проведут? Я думаю, я верю, что газ мы обязательно проведем. Жители Бузарыка попросили внести коррективы в проект школы. Глава области согласился. Школу надо бы побольше, тем более жители Бузарыка усердно выполняют план демографического развития области. В настоящее время вы теперь нуждаетесь, так как это уже не дача, это уже жилые дома у вас. Естественно, нужно школы, детские сады. Естественно, мы вынуждены, если сказать, потому что, учитывая то, что это уже не дача, мы включим массив Бузарык и строительство школы, я думаю, начнется. Не остался сегодня без внимания и главный идеолог области. Ему жители ЮКО поставили неудовлетворительную оценку. Сегодня необходимо поднять на должный уровень идеологическое воспитание. Школьницы у нас беременеют. Это разве правильно? Куда годится? У нас в области нет сейчас настоящего идеолога. Это надо признать. А молодой дипломированный специалист поинтересовался, как можно трудоустроиться, ведь сейчас работодатели принимают на работу только тех, у кого есть стаж. Глава области заметил, технический прогресс на месте не стоит. Жансейит Туймбаев предпочел ответить весьма оригинально. Много нововведений, если вы знаете. Сейчас есть машины, которые ездят без бензина или без водителя. Современные телефоны, которые распознают владельца по отпечатку пальца или голосу, могут управлять домом. А ферсы одним лазером определяют, какую корову надо подоить, и автоматы доят. Там нет доярок. А силиконовая долина? Их новинки до нас спустя 15 лет доходят. Работы много. Приходите. И я напоминаю, что у нас есть молодежный ресурсный центр. Обратитесь туда. А фермеры и дихкани попросили выдавать помощь от государства своевременно, тогда, когда в них нуждаешься. Глава ЮКО пообещал, что помощь будет выделяться в срок. Вопросов было немало. Всем присутствующим было предложено передать их в письменном виде.